Привет, мои хорошие. Угадайте, куда мы едем? Сейчас я вам покажу. А едем-то мы в Диснейленд. У меня, кстати, два. Один для меня, другой для Мэйзи. Я вот в такой майке диснеевской. В юбочке вот такой. Джей тоже в Микки Маус. В общем, Джеймсон тоже. Мы все, как говорится, на параде. Дорога час. В общем, едем. Как приедем, буду снимать сегодня много-много видео для вас. А, кстати, взяли кофе. Pumpkin Brew. Они его в Старбаксе готовят только осенью. Тыквенное холодное латте. Вот так вот. Так, приехали. Сейчас будем стоять в очереди. Мы уже прошли через security. Это уже второй вход. Смотрите, как красиво сделали из тыков. Вот, только зашли. Погода шикарная. Вот знаменитый кэсл диснеевский. Так, мы сейчас поедем, вернее, поплывем на этом пароходе. It's a small world. Этот маленький мир называется. Это один из знаменитых аттракционов на Дисней. Джеймсон. Мэйзи, Мэйзи, Джей Джей, are you having fun? Bienvenido. Едем. У меня здесь микрофончик. Надеюсь, лучше слышно. Thank you.
мы сейчас в городе Микки. Микки Мауса. Надеюсь, мы его встретим здесь. Так, пришли, значит, сейчас пообедать. Очередь огромная, конечно. И то мы пришли во вторник, сегодня вторник. Это как бы самое меньшее количество людей вот именно во вторник. И все равно очень-очень много людей. Вот наша визита. Так. Парк закрывается в 11, мы будем здесь до 11. Здесь до 11. В 9 часов будет салюты. А парады, они, мне кажется, отменили. В Диснейленде 3 раза в день обычно должен быть парад, но мне кажется, его отменили из-за пандемии. Ну, в общем, вот так. Я не знаю, я же вам уже показывала. Вот смотрите. Я как сама, как Минни Маус. Вот. Ой, у меня лук. Мышонок, в общем. Ждем до сих пор еду. В Диснейленде очень много ресторанов разных. И шикарных, и просто забегаловок. Это просто забегаловка, наверное, мы в хороший ресторан пойдем чуть позже. Да, вот мы купили ему Микки Мауса. Да, это Микки Маус. Я, он говорит, мама мне купила. Yes, mommy bought it for you. Yeah, and where is Maisie's? Я купила Maisie тоже. Where is your mini? Where is your mini mouse? Show me. Yeah. Here it is. Show it to me. Покажи. Maisie. Покажу. Show me. А это вот Maisie. Uh-oh. Thank you.
again just to walk around and check it out. Так, это город Star Wars, Звездные войны. Жалко, мы там такая большая очередь, чтобы зайти. Необычно очень. Такое ощущение, что я попала в фильм. Даже продают в таких, смотрите. Интересно. Посмотрите, насколько все это круто. Шоу – это просто отвал башки. Это уже на сегодня не принимают больше очереди. Резервации не принимают. Stand by us for 30 minutes. Well, see, let's go then. Like a single rider. Go to single rider yourself, and then I'll go. Так, иду я на Звездные войны. Не на то шоу, которое я хотела, потому что то шоу надо заранее бронировать. Я не успела, но ничего, вот это тоже, надеюсь, стоит того, чтобы посмотреть. В общем, зашла. Ждем. Интересно очень сделано. Правдоподобно. О-о. Так, иду на миссию, мои хорошие. Иду. Понажимать что ли на что-то? Идем, мои хорошие, идем. Такие впечатления шикарные, но все равно жалко, что я не попала на главное, это самый главный аттракцион Диснейленда сейчас. Я не смогла сделать бронирование, но вот это тоже было классно. Звездные войны тоже. Вот такой шопинг здесь, в Звездных войнах, в городе Звездных войнов. Так интересно, в каждом городке по-своему все построено, да, каждой мелочи.
дети спят. Вот. А вот эти вот модели они использовали в фильме «Звездных войнов». Так, это вот большой дом с привидениями, но очередь 1 час, я там была уже много раз, не хочу туда переться, и тем более детям будет страшно. Ну вот я хочу показать, как он выглядит. И туда заходите, и актеры играют во всяких страшилок. Вот так вот. Дети спят, мы пока с Джеем сами гуляем. Дети уже с ума сходят. Нелегко оказывается с маленькими детьми, даже в Диснейленде. Мэйзи! And what's this, you ask? Well, let me show you. We'll call out the spirit. Oh my gosh. Yeah.
got Mickey, JJ? Okay, I'll lose Mickey.